Свою мечту быть журналистом Татьяна Гриднева принесла через всю жизнь. Публиковаться она начала лишь в 50 лет. Хотя писала всегда. Когда Татьяна закончила французскую школу, факультет журналистики был только в Московском государственном университете. Уезжать из родного края юная Татьяна не решилась. В Самаре занялась преподаванием языков. Мой пример – это пример того, что свою юношескую мечту можно осуществить. Жизнь женщины устоялась, но у судьбы свои планы. 10 лет назад, после очередного кризиса, она осталась без работы. Отнесла заметки в одну из самарских редакций. Так ее материал впервые вышел в свет. Тогда она писала о путешествиях и культуре разных стран, где сама побывала. Последние 5 лет она работает над исторической колонкой в «Самарской газете». Это очень близко мне, потому что папа историк, и у меня огромная библиотека по истории, по краеведению. От него осталось. И, в общем-то, интерес к истории был. Сегодня она может рассказать практически про каждый дом в историческом центре. Через историю усадеб она разбирается в человеческих судьбах жителей. Для творческого конкурса Эдуарда Кондратова Татьяна выбрала одну из своих последних работ – историю семьи самарского адвоката XIX века Леонида Ященко. И судьи оценили ее по достоинству. Работ всегда очень много, они все очень разные работы. Но члены жюри всегда стараются отобрать именно те работы, прочитав которые, Кондратов сказал бы, заслуживают. Это городская усадьба. Вот здесь вот была канцелярия адвоката Ященко. Он принимал здесь посетителей на дому. А под канцелярией вот это вот была баня. Вот здесь еще, конечно, были конюшни, сараи, у них был свой экипаж, свой выезд, был конюх, вот, и различные службы. Ну, в принципе, таким образом строились все городские усадьбы. В статье Татьяны уникальные сведения, которых не было даже в арсенале краеведов. Женщина нашла родственницу семьи Ященко, которая сегодня проживает в Нижнем Новгороде, и та поделилась семейным архивом. Вооружившись воспоминаниями самого Леонида Ященко и других представителей фамилии, Татьяна Гриднева выдала эксклюзив. В конкурсе имени Кондратова автор одержала победу в номинации «Журналистика». Мария Левина, Василий Колдашов. События.